Сегодня я буду пытаться поймать агентство. Надеюсь, что у меня это получится. Ребята, если что, помогайте мне, обязательно пишите в комментариях, если будете видеть где-то следящего за мной агента. У меня план действий такой. Как вы все уже могли заметить во многих моих видео, что за мной следит агентство. И они постоянно где-то появляются и где-то за мной смотрят, да, как-то вдалеке стоят. Сегодня я хочу поймать одного из агентов и запереть его у себя дома. Так, на самом деле мне очень интересно, что будет. И я хочу поймать агента, и не просто его поймать. Я хочу его как-то, ну, не пытать, но я хочу какую-то информацию из него вытащить. Да, то есть хочу, чтобы он мне что-то рассказал. Не знаю пока, как это сделать и вообще как его поймать, но у меня есть, в принципе, небольшая идейка. Я предлагаю нам сейчас отправиться и поставить дом, где как раз мы будем ловить агента. Если, конечно, он вообще за мной следит. Но я думаю, что он за мной следит. Я всегда чувствую, что когда я захожу, они тоже заходят. Ну, давайте где-нибудь, давайте вот здесь вот поставим. Итак, какой дом будем ставить? Давайте какой-нибудь, на самом деле, поставим самый обычный, да? Зачем нам? Какая разница, если нам все равно нужно будет поймать в него как-то одного агента. Интересно вообще, сколько их в команде, потому что, может быть, их прям очень-очень много, и нам никак от них не избавиться. Так, ну что, я на самом деле хочу поймать его как рыбку на крючок, потому что сейчас, если они за мной следят, они увидят, что я поставила дом, значит, как-то захотят к моему дому приблизиться. И тут я и думаю их поймать. Если я запру как-то агента во дворе, он спокойно может поставить стремянку к любому забору или даже сделать вот так вот и выбраться. Как вы видите, я это сделала просто с легкостью. Поэтому мне нужно его именно затащить как-то домой. На самом деле я вообще абсолютно не знаю, как это сделать, потому что agency следят за мной, они никогда не заходят в мой дом. Они всегда следят откуда-то, да, то есть с каких-то, с улицы, да, и смотрят за мной через окна, через бинокль, да, а так в дом они никогда не заходят. Поэтому мне нужно как-то затащить их к себе домой, чтобы запереть их дома у себя и уже с ними бороться. Так, ну что, скажу я так. Пока я никого не вижу. Я сейчас нахожусь в самом центре, и пока что мне никого не видно. Я не знаю, я хочу побегать, может быть, я сейчас где-то на улицах города кого-то увижу, да? Или, честно, вообще не представляю, как найти, и, может быть, они сегодня даже за мной не следят. И мой план поймать одного из их агентов просто провалится. Но я надеюсь, конечно, на лучшее. Вы видите? Так, я сейчас спряталась. Посмотрите. Посмотрите сюда. Вы видите, он стоит. Нам нужен бинокль. Так, там стоит агент. И он походу, с автоматом. Офигеть! Ребят, вы это видите? Это он. Так, теперь мне нужно как-то заманить его домой. Он еще и вооружен, еще и стреляет. Так, он, походу, на меня целится. Так, ребята, короче, мне надо как-то заманить его к себе домой. Как мне это сделать, я вообще не представляю. Он стоит, пока не двигается. Так, что же мне сделать? Как же мне его к себе заманить? Мне нужно, чтобы он за мной побежал. Я примерно сейчас представляю, что мне нужно сделать. Если он меня видит, а он меня видит, потому что он за мной следит, я сейчас беру автомат и начинаю в него стрелять. Да, он куда-то убежал. Так, мне кажется, это уже вообще прям опасно и не смешно все. Ребята, мне нужно звонить его как-то к себе домой, но при этом, чтобы он хотя бы оказался без ружья, потому что, либо чтобы я была не дома, потому что он начнет в меня стрелять, и я тогда умру. Отлично, вот мой дом. Давайте, ребята, помогайте, пишите какие-то свои догадки в комментарии, как мне его заманить сюда. И где он вообще? Вон он. Ребят, я его вижу, он на мосту. Он совсем близко с моим домом. Мне нужно как-то, чтобы он сюда
за мной бежал. Он бежит на меня. Я буду стрелять? Так, ребята, я боюсь. Блин, мне страшно. Капец, он приближается. Они никогда еще так близко не приближались. Так, мне нужно как-то посмотреть. Он ставит лестницу. Ребята, он у меня во дворе. Он в моем дворе. Я надеюсь... Он, скорее всего, думает то, что я забежала домой. Скорее всего, он думает, что я... Вон он. Возможно, он реально думает то, что я забежала домой и сейчас забежит туда же. Так, он у меня дома. Я его запираю. Все. Ребята, я его поймала, и он отсюда уже не выберется. И сейчас я хочу его как-то пытать. Я пробралась к себе на балкон, и сейчас я как-то... должна буду его пытать, доконать и как-то у него выудить какую-то информацию, чтобы понять вообще, что они замышляют. Он находится сейчас на первом этаже, потому что на втором этаже я его не вижу. И честно, я даже не представляю, как мне... Вот он. Ребята, он ходит с топором. Походу, он очень зол, но он не может выйти. Ну... Чувак, ничего не получится, бей, не бей, ничего у тебя не выйдет, и я тебя не открою. Если честно, я даже не знаю, он должен начать что-то говорить. Давайте я сейчас попробую ему написать в чат и как-то попросить его рассказать какую-то информацию мне. Так, ну для начала я просто написала, говори, сколько вас. Что-то мне подсказывает, что он не собирается со мной разговаривать. Ну, по сути, на что я могла рассчитывать, я так и думала. Думала, что он ничего не скажет, потому что эдженси обычно молчат и мало что говорят о своих планах, о своих действиях, поэтому я уже, то, что я его заперла, это уже счастье. Ну что, ребят, я даже не представляю, что мне... Отлично, он взламывает мой сейф, капец просто. Ребята мне в инстаграме написали эдженси. Так, ну что, ребят, мне написали агентство. Я не буду заходить сейчас в инстаграм с компьютера, потому что это все долго и проблематично. Я покажу вам так на телефоне. Не знаю, вам видно или нет. Мне написали эдженси, и сейчас я буду открывать их сообщение. Тут написано: отпусти нашего агента, иначе будет хуже. Фух, ребят, я, если честно, даже не представляю, что мне делать, потому что не знаю, что могут сделать эдженси. Отлично, наш агент лег спать. Так, ну, походу, он просто уже подумал то, что ему не выбраться. И отвечать на мои вопросы он не собирается. Так, отлично, он куда-то стреляет. Я сейчас напишу им в инстаграме. Честно, даже вообще не знаю, что мне написать. Давайте я напишу им что-то типа: а что будет? Я написала им вот... Так, стараюсь вот вам показать. А что будет? Если честно, очень сейчас переживаю, жду их ответа, потому что вообще не знаю, что мне от них ждать и что они могут выкинуть. Так, ну что, ребята, мне уже пришел ответ от эдженси. Так, мне уже пришел ответ, куда он встает. Я сейчас обязательно прочитаю сообщение, куда он идет. Что ему там нужно? Он спускается вниз. Ага, все, он спускается вниз. Квартиру я не собираюсь открывать. Пусть он сидит внизу, значит. Сама я тоже спускаться никуда не собираюсь. Так, читаю вам сообщение, которое пришло от агентства. Выпусти агента, иначе пожалеешь, что суешь свой нос не в свои дела. Фух, ребят, я, честно говоря, даже не представляю, что им нужно. Так, давайте я сейчас им тоже кину какую-то угрозу, потому что так дело не пойдет. Мне угрожать не нужно. Я им сейчас напишу: не выпущу и не боюсь вас. Так, ну, я им кинула вот такой вот крючок. Посмотрим, что сейчас будет. Да, открывать дом. Я, к сожалению, я бы зашла домой проверить, как там мой агент, которого я похитила. Но так как дом заперт, я не могу открывать. И я не знаю, что там происходит. Я боюсь, что он просто... Если я сейчас хотя бы на секунду открою, он просто может сбежать. Так, сообщение мне пока что еще не приходило. Думаю, что сейчас уже скоро что-то дослучится. То есть, а что? Очень мне интересно. Так, ребят, вы это видели? Меня просто выкинуло из игры. Как такое может быть? Меня просто выкинуло из игры. И сейчас все, что вы видите, это просто черный экран. Просто охренеть можно. Вот, меня выкинуло просто из игры, и все. Так, это вообще не смешно.